Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в селе Раздольном. Сегодня Денис мне будет помогать. За моей спиной находятся два таунхауса. Видите, вот такой один большой дом и разделенный пополам. Каждый по 170 квадратных метров. Вот, предлагаю вместе со мной сейчас посмотреть данные дома. Предложение очень хорошее. Ну, дома я уже зашел, мне очень понравилось. Ну, сейчас сами все увидите. Не забывайте поставить лайк и подписывайтесь на канал, кто интересуется недвижимостью в Сочи. А мы начинаем. Мы заходим в правый таунхаус. А здесь у нас получается въезд для автомобилей. Давай, наверное, вначале обойдем или сразу зайдем? Давай зайдем. Там такой классный выход на террасу. Заходим. А, дом у нас в стиле хай-тек, я правильно понимаю? Да. Уже с предчистовой отделкой. Все стены выровнены, побелены. Здесь у нас гардероб, да, получается большой? Гардеробная, да. Здесь гостевой санузел. Гостевой санузел. Вот у нас лестница пошла на второй этаж. Вот здесь вообще сейчас будет классно. Так, вот это гостиная у нас, да? Да. Гостиная. Классные такие большие панорамные окна, прям молодцы, что так сделали. Вот здесь, смотрите. А, здесь у нас зона кухни, да? Здесь кухня и здесь кухня столовая получается. Там кладовая вместе планировалась постирочная. Угу, угу. Так, ну и давай. Ну и здесь такая терраса очень крутая. Ребят, вы бы еще чувствовали запах, знаете, уехал с города, костер там у соседей, да? Такой запах. Птички поют, очень классно. В общем, здесь приготовили, здесь поставили себе террасную мебель. И представьте, вот здесь обедаете, кушаете, не знаю, гостей позвали, винишко пьете. Плодовые деревья. Да, плодовые, плодовые, да? Плодовые. Плодовые. Вот так выглядит участок. Участок небольшой, получается, по три сотки, да, у каждого таунхауса. Но, в принципе, что вам, в картошку тут сажать, что ли? Вот здесь вот, смотрите, место, ну, при желании, я говорю, здесь, ну, машины 3 точно зайдет. Места прям предостаточно. Он еще с подсветкой, да, с красивой, да, ночью? Да, с подсветкой, все. Иллюминация, да, так называемая. Вот такая здесь красота. Ну и предлагаю пройти на второй этаж. С этой стороны еще чуть-чуть покажем. Вот видите, еще там у вас. Тут нормальное место, слушай. Мне бы, маме моей бы хватило, нам тут насадила бы всяких цветов бы себе. Мы привыкли, просто знаешь, у нас надо там насадить грядок прям. Здесь миллион. Нужно еще деревья подсадить. Вон у вас по соседству там насажали грядок, так что можете у них там покупать по-соседски. И мы поднимаемся на второй этаж. Второй этаж распланирован у нас на 3 спальни, да? На 3 спальни и ванную комнату. И ванная комната. Ванная комната очень крутая. Вот это да, это ванная комната, да? Смотрите, ребят, с таким вот видом ванная комната. Не знаю, передаст ли камера, но я просто, не знаю, у меня что-то настроение поднялось. Здесь уже, видите, сделали потолок навесной, это не навесной. Да, это гипсокартон. Гипсокартоновый. Планировали для себя, да, изначально, и что-то уже планы изменились, теперь продаются вот эти вот красивые у нас таунхаусы. Сейчас я покажу все комнаты, Денису чуть-чуть позадаю вопросы, как, из чего дом вообще построен. Так, вот она еще одна спальня. Вот такой вот здесь вид. Блин, мне все нравится. Вот это, кстати, фейхоа, видите? Фейхоа-то соседская. Ну, можно... Но растет у нас. Да. Растет у них, плоды у нас, да? Урожай у нас есть. Да, такие вот хорошего размера. Эх, прям вообще сильно хочу себе что-то подобное. Вот эта улица, кстати, тупиковая. Ехали мы от центральной дороги, ну, я не знаю, там минут 10, да, где-то мы добирались. Дорога нормальная, никакая там не проселочная. Вот, в принципе, такая хорошая бетонная дорога. Так, ну и
Жемчужина. А, вот это, да, еще комната? Да, еще третья. Еще вот эта комната. Ну, здесь, видишь, как-то окна поменьше сделаны. И она... Ну, хотя, вот тоже в ней что-то есть, знаешь, слишком много света не было. Там вот это окно, здесь кровать, да? Ну, тоже интересно. И давай выйдем на балкон. Тут тоже балконом его сложно назвать. Терраса. И вот такой вот у вас тут вид. Просто вообще благодать. А вот этот у нас таунхаус, он абсолютно зеркальный, поэтому смысла нет в него заходить. Все то же самое. А вот этот, кстати, поинтереснее. Здесь, видите, у нас уже деревья растут. И вот такая вот красота. А, в общем, всегда говорю, через камеру абсолютно не передается. Я потом смотрю видео. И море дальше, кажется. Сюда приедете, будете приятно удивлены. Здесь очень прям атмосфера классная. Денис, к тебе вопросов парочку. Денис, скажи, пожалуйста, какая была технология строительства этого дома? Из чего он вообще построен? Такой вот первый вопрос тебе. Дом монолитно-каркасный. Угу. Блочное заполнение керамзитоблоком. Угу. Потом дальше он покрыт пеноплексом, утеплителем. Угу. Потом идет вентилируемый фасад. Часть дома покрыта лиственницей. Угу. А часть дома... Вентилируемый цементными... фасад, по-моему, да? Да, вентилируемый фасад внутри идет между лиственницей и пеноплексом. Угу. И дальше идут цементные плиты. Понял. Есть часть из цементных плит покрытия идет. И вот, допустим, вот эти вот подоконники, они тоже выполнены из цементных плит. Мы это... потом выйдем, ты посмотришь, что... А, я понял. То есть не, я думал, просто там, ну, знаешь... Нет, это не пластик, это именно цементный плит. Не пластиковый, да? Хорошо. Так, ну и второй вопрос, самый важный. Какие здесь коммуникации, как отапливать дом? Коммуникации здесь электричество. Угу. На каждый дом выведено по 15 киловатт. Угу. Своя скважина, угу, на 60 метров глубиной. Так. То есть это такой оптимальный... оптимальная глубина скважины, угу, как раз таки хорошая. За воду, естественно, платить не надо, потому что скважина своя оплачивается, только электричество. Угу. Электричество здесь по пониженному тарифу, угу, цена 3,20. 3,20? Да. Ну, у нас в Сочи пониженный тариф, как в Иркутске повышенный. Так, и канализация, здесь, да? Стоит, да, здесь современный септик стоит, который не требует постоянного... Ну, просто да. У людей септик связан с какой-то выгребной ямой. Сейчас современные септики, ребята, которые там платишь за электричество, там что-то 200 рублей в год. Не знаю, как здесь, наверное, будет 400. Вот, ну и в принципе все, их там вывозишь раз, не знаю, в 3 года. Вот такая вот красота. Так, ну что мы еще расскажем людям? Вроде бы все. Мне, блин, очень нравится. Ну, я, конечно, немного любитель. Здесь очень красивые тихие районы, очень красивые виды. Да, и вот это... От центра города здесь буквально 15 минут. И вы прям в самом центре находитесь. Мне очень нравится, да, что нет вот каких-то, знаешь, там рядом там дорога, что-то там, какие-то вот эти недострои там стоят, да, как вот у нас, как обычно, здесь вот зелень. Вроде как и сельская жизнь, вроде как и но у тебя тут в центральном такой... районе. Еще и дом такой у тебя современный, тут классный стоит. Да. Вот здесь надо плющ пустить. Ну, короче, ну, пусть... А, ну вот пустили, он уже запущен. Да, он уже начинает расти. Да. Красота. Изменения, так, все выполнено. Денис, последний вопрос, самый главный. Сколько стоит все это у нас? Вся эта красота? Таунхаус стоит 12 миллионов. По 12 миллионов? 12 миллионов, да. 170 по 170 квадратных, да, метров. Ну и плюс земля. Плюс земля. Где-то по 3 сотки получается на каждый. Слушай, ну в современных реалиях-то 12 миллионов, это вот за такие вот этот дом, это совсем недорого. У нас сейчас там двухкомнатная столько стоит, да? Ну, да. С черновым ремонтом. А тут целые домища эти. Круто! Все, ребят, на этом все. Видео мы заканчиваем. Денису спасибо, ставьте лайки. Дом мне очень понравился. Будем ждать вас. Денис приедет, все покажет, все расскажет, документы покажет, все, что нужно. Звоните, забирайте, пока кто-то это не сделал за вас. И живите в Сочи. Всем пока!